Все, приехали. Паркинг оверфлоу только свободный. Все на таких тачках ездят. А нам туда вниз надо идти, к морю. О, здесь тоже все, парковка занята. Парк закрывается в 10 часов. Все, а нам сюда. Unloading zone, никакого огня и что там еще. Это сейчас выходим. Смотри, железная дорога. Железная дорога ходит здесь, да. Здесь ходят поезда под нами. Это красиво тут. Вон там вода. Прям как в Вирджинии. Как в Вирджинии? Ты был в Вирджинии, да? Нет, но я смотрел... О, я вижу стол свободный. Вон стол свободный. Где я ты увидел стол свободный? Сейчас. А тут вся решетка. Это как понять? Чтобы люди не вывали? Ну, чтобы не прыгали на поезда. Как удобно сделали, ля, слушай, тут можно на инвалидной коляске даже спуститься. Такой высокий мост. Придется кучу времени спускаться. Нет, они очень правильно сделали, что тут можно на инвалидной коляске съехать. Или на самокате, или на велике. Вот они за нами едут. Да, на тележках удобно. Почему знак светит с обратной стороны? Да, мы уже пришли на зону парка. Вон здесь люди просто на траве. Ну, есть столы. Здесь, конечно, возле воды уже все заняты. Ну, вот вода здесь. Вообще можно, в принципе, расположиться и на травке. Ну вот для этого стол можно взять. Вот сюда стол поставил. Вот, и стой, сидишь. Можно подсесть на травку. Да. Все не заморачиваются со столами. О, у нас еще, кстати, столы там стоят. Можно. Ну, здесь уже все забито, конечно. Тут все забито. Возле воды все забито. Если только туда куда-то идти дальше. Ну что, купается кто-то? Купается, да. Ой, я уже чувствую этот запах тины. Море. Залив. Да. А где-то там обитают койоты, медведи и волки вообще. Ну, купаются, ну так, ножки мочат, скорее всего. А вот смотри, на каяке. На каяке, да, плаваю. Еще вот один. На катере люди катаются. Тут глубоко, наверное, лень, какой корабль стоит там. А там танкер целый стоит. Угу. Че, пойдем тогда, пройдем. Я вспоминаю, я на секунду ощутил себя в своем родном Таганроге. Ну, потому что тот же состояние песка, такое же и вода. Запах. Ракушечник. Ракушечный песок. А еще камни, еще, ну, запах, собственно, воды. Вот, собственно, это. Да, похож. Ну, на море оно везде одинаково пахнет. Только, конечно, да, это, конечно, не Таганрог здесь. Это в Таганроге нету таежных лесов. Ну, вот тоже есть здесь столы, в принципе, да? Столы есть. Правда, может, все... может быть, кстати, там будут столы. Еще. Ой, да, ну, тут тащиться тут уже. А вот лавочка, смотри, стоит там. А что это такое? Что это за храм? Не знаю. Храм, это, с остатки, это древняя цивилизация майя? Ну да, майя. Или остатки этих самых, как их там, эскимосов. Отлив, что ли, глянь, вот здесь была вода, видишь, сейчас воды нет. Такой сильный. Вода может доходить аж до сюда, что ли, до этих камней. Ну вот же вода, ты ж видишь? Не вижу. Ну вот лужа вот стоит, это ж вода. И раз есть ракушки, вот смотри, ракушки, это значит точно вода сюда приходит. А это ж насколько она метров вниз упала. О, дядя ловит что-то, смотри. О нет, он рыбачит, надо срочно. Давай пойдем посмотрим. Ну теперь же это самое, будем наблюдать, поймает или не поймает. Поймает, конечно. Вон, вытаскивай. Это, кстати, он крабов ловит, слушай. А ну-ка. Вон, большой краб, да? Краб? А там реально... Ну, давай... Окей, давай посмотрим. По-моему, он назад кидает. Да, там ничего нет, Юр. Ничего нет там. Юра пошел узнавать, есть ли там крабы. Не знаю, как он будет узнавать.
Но отлив такой большой, да. Вообще непонятно как-то. Постоянный отлив. Прилива что-то не видно. Вот еще большое здесь место, пространство. Можно здесь тоже сидеть, пикник делать. Люди тоже с коробкой идут. Коробки — это печка. Смотри, у него сколько крабов, Юр, лянь. Или... О, они все попадали. Они все упали. Капец, там реально крабы. А почему они все упали? А можно крабов ловить. Ну там реально их было дофигища. А зачем? Вон. Где? Вон. Не-не-не, их нельзя ловить, Юр. Почему? Они там есть определенные. Есть самцы, есть самки. Их не все надо ловить. Там их по расцветке надо как-то различать. Так, решили здесь пока остаться. Не пойдем никуда. Куда пришли, туда. Там места уже нету, ну вот, на солнышке, но. Ноги, конечно, сидят, 4 стола вот оккупировали. А сидят одна семья, просто вещи поставили. Ну, здесь можно зато мангал делать. Там многие люди даже на этом самом сидят, на полу. Ну, мы тоже в теньке, да? Да пусть там сидит, что? Он уже маленький, вырос уже из него. Тесно, видишь? Как раз. Как раз, во? Видишь, у него даже качается. Все, жарить не надо. А что, есть пока нельзя, да, не хочется. Надо пойти погулять пока. Пойти крабов посмотреть. Да, да. Ну вы охраняйте, а мы пойдем смотреть. Да, короче, все занято, все занято. Вот сейчас нашли свободную полянку, а так все занято. На солнце вообще все свободно. Ну да, песочница. Вот это туалет, да, получается? Да. Второй. Второй уже? А, вот там еще пляж большой, кстати. Пойдем к воде. О, цветочки. Водичку пить можно. Короче, воду можно с собой не переть. Вон там еще можно пляж. Купить зонтик, то можно на пляж. Ага. На пляже неудобно, там камни. Ну вот здесь, а что здесь? Ну, песок. О, вот там, смотри-ка, там можно. Ну да. Вон все гуляют, что-то по берегу ищут. Ля, сколько этих ловушек стоят, ниток. Да, это все крабовые эти. Народ внизу в тенечке сидит. Сегодня хороший денечек, завтра уже дожди обещают, поэтому народ вышел крабов половить. На катерах все ездят, на лодках. А вот здесь пляжик, можно покупаться. Ну что, народ плавает, смотри, да? Интересно, как вода? Теплая? Ах, ветер. Все, задавай. Да что ж такое, ветер дует так.
победы. Большой лень какой прям. Ой, бедный выбросил лево. Кто-то его взял. Нет, это ничего. Сейчас будем звезд искать. Ага, наверное, теплая вода. О, тут звезд сколько много. Отлив. И звезд вон они прям лежат, глянь. Спрятались. А их можно трогать, как ты думаешь? Сейчас где-то их вот там вот прям вообще много их было. Дохлая, что ли? Может, и не дохлая. Мальчик зачем-то камни переворачивает. Там, наверное, крабик есть. Давайте тоже перевернем. Вот здесь маленькие какие-то. О, маленький пошел. О, какой маленький. Сейчас попробуем водичку, интересно. Холодная или не очень? Ну, прохладная, конечно, да. Ну, наверное, по колено, по пояс можно погулять. О, песок такой. Ну-ка, купаться можно? Нет, холодная. Да не, теплая. Ой, не, у меня снова болит. По пояс можно зайти. Не, я не пойду точно. Да это понятно. 20? 20? Так 20 это теплынь. Ну даже дети что-то не залазят. Ну по колено залазят. Слушай, ну здесь высота вообще, да? Сколько здесь? Вот если она поднимается, это метра на 2 поднимается, наверное. Вон чайки что-то вылавливают, все время едят. Наверное, ракушки или краба. Да, это ракушка какая-то. О, вот такая. Гребешок, наверное, он еще мяско есть даже. Все, начали готовку жарить. Мяско, это что у нас? Почти ангус, да? Ну, такой дешевый. Сосиски может еще пожарить или мяско пока? Мяско. Пока горячее, можно вот две штучки положить. Ну, правда, их никто есть не будет, да? Ну, может и будет. Ну, надо 3 минуты с одной стороны, вот. А это все нашли, да, получается. А что, ты мало, что ли? Да нет. Еще да. Сосиски есть. А сосиски Бобби, да? Мясо нам тут на четверых хватит. И сосиски кому не хватит. Кому не хватит? Не хватит мяса. А кому мяса не хватит? Всем хватит. Слишком большой кусок. Ты брала с собой эту штуку?
где там. Ну, ну покапать на руки. Нет, у меня салфетки. Так, и сможешь где-нибудь руки помыть? Ну, вон туалет, по-моему. Туалет там есть, да. Вот рядом там туалет. О, Вова помогает тоже, готовит. А что-то лука мало, да? И зелени нет. Интересно, кстати, может здесь этот алкоголь? Запретов я тоже не видел. Вот табличка висит, можно посмотреть. Ну, это про собак там была табличка. А сколько на этой стороне? Тоже 3 минуты? Сказали, надо отдыхать ему. Фольги нет, ну ты тоже понятно. Ну, вот ровненько, вот так вот, грань, да, во, вот так. О, и все. А где сосиски? А еще сосиски? Ну, все, пожалуйста. Ну там лежат, вот их. Там. С гуакамоле нагреется. Надо гуакамоле срочно есть. Так, все, вытаскиваем. Кому помидорки? Не мне. Не режется. Ой. Еще не режется. Блин, ужасно. Почему? Нормально. Положить помидорку? Давай. Горячий только аккурат. Скажи, какой я вкусный шашлык пожарил, то есть стейк. Супер? Mm-hmm. А что, ты соусы не капнешь? Mm-hmm. Джек Дэниелс. Mm-hmm. Ну давай. Mm-hmm. Почавкай, скажу. Mm-hmm. Да, сейчас попробуем. Тут мне еще порезал, да. Ты еще все исчавкаешь? А ну, дай твою вилку попробуй. Мне же тоже надо почавкать. Да. Да, с горчичкой. Нормально. Медовая горчица. Он тонкий, поэтому... Ну, пожарился хорошо. Ну, он, в принципе... Ну, Well Done называется, да, получается? Да, Well Done. А есть еще попить? Не закончилось. Да, сейчас. Все, краба поймали, да, что ж такое? Краб. Живой краб. Ну, ты положи его сюда, он не убежит никуда, ты потом его поймаешь. Давай, клади. Ну, сюда. Ну, сюда, что? Да вот сейчас это, убежит. Для чего он убежит? Хорошо. Краб. Во. Сейчас я хочу, чтобы брюшко. Может, он уже песком полетел, он живет. Надо его песком, не надо. Ну что, чуть-чуть-то надо. Краб. О-о-о. Он ожил. Он ожил. Краб. Интересно, он двигается? Как быстро он двигается? Он сейчас быстро убежит, я знаю. Живой приятель. Полудохлый. Да, наверное. Ты его водичкой смочить. Надо принести откуда-то воду. У тебя шоколадное молоко закончилось. Да еще шоколадное молоко у него. А, бутылку хотел? Сейчас тебе как цапнет. Мы с ним лучшие друзья. Да, палец в рот еще засунул. Да он вообще не живой, смотри, я его клешню. Беру. Давай, живи, давай, веси вот так. Чё, как вода? Холодная? Купаться не будешь?
А тут все дети вот на лодках просто купаются. Ну смотри, шевелится, шевелится. Может, у тебя тоже такой клешни, лодка? Клешней почесал брюхо. Видишь, видишь, глянь, что он делает, глянь, чистится. Он чистится. Он понял, его тактика умирания не сработает. Притвориться мертвым. Ну все, он обречен на это. А вот если ты его сейчас оставишь, чайки подплывут, его сожрут. Да. Они же их едят только так. Понял с глазом. Что, вот это уже пальцем в глаз ему тыкнул. Я могу его, глянь, за клешню держать, и ничего не сделает. А, боишься? Да блин, ну палец-то откусит. Ага. Блин, он чешется. Он думает, что же ему делать. Так вот задумался. Он... Это не самый же большой, верно? Не, это маленький, это что? Их нельзя брать, их отпускают. Не укусит же? Укусит. Да у него, посмотри, какой у него рот, он не укусит. Так нет, клешневой цапни. Как плоскогубцы. Возьми домой, приди плоскогубцы и со всей силы так сдави. А ну-ка, разожмет или нет? О, гляньте, корабль плывет. А куда он плывет, ля? Пойдем еще крабов поищем. О, девчонки купаются. А ты, Вова, говоришь, холодная вода. Все купаются. Смотри, у них личный бассейн. Еще и с маской, смотри. А что орать-то? Что вы орете-то, я? Ты сам в воду залезь, потом будешь орать. Я бы не стал вот так вот орать. Нашли другое развлечение. Смотри, этот живой, этот побольше и активный. Ага, ой, блин, а его нельзя схватить. Глянь. Это попа его. Вперед, вот, где большие клещи, видишь? Блин. Глянь, как вот это. Ну это лапы, это не страшно. Вот это страшно, вот эти. Он пытается. Капец. А он, слушай, может проколоть, если что. У него клешня разбита уже. Ой, блин, у него порвато. А помой водички его. Нет, просто окуни в воду. Не бросай, просто окуни все, чтобы песок слез. А, вот. Ну поболтыхай, чтобы песок вот так вот. О, а покажи клешню его. У него травма. Все, он уже не жилец. Он уже не может быть жилый, он уже инвалид. У него вот эта клешня разбита вся, а это? Это живая. О, он еще вытаскивает. А нет, это ничего. Пойдем Вове пока. Глянь, посмотри, какой он наглый. А все. А что ты не знаешь? А нет. На нем Вове покажем. Ля, да он вообще активный. Ну конечно, тебе лапу. О, посмотри, глянь, ты посмотри, какой он. Ты посмотри. Он пытается найти, где, за что его держит. Пойдем скорее. Вот сколько нас не было, минут 5. Вон наш камень стоит, он уже весь под водой. Смотри, вот была звезда, она была на воздухе. Сейчас уже она вся под водой. Вон, Вова стоит. Вова! Гуси идут купаться.